Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Киров сэкономил на новогоднем оформлении 0,5%. Состоялся аукцион по определению подрядчика, который получит деньги на оформление театральной площади и заливку и обслуживание 5 катков. Деньги останутся в Кирове, тратить их будет муниципальный ГДМС. Он снизил стартовую цену на 116 тысяч рублей и получит более 23 миллионов рублей за свою работу. Программа «Экономика». 65 миллионов потратит бюджет Кировской области на полеты кировчан по стране. Такая сумма потребуется на поддержку направлений, которые Росавиация включила в список субсидируемых в 2021 году. Это рейсы из Кирова в Калугу, Екатеринбург, Уфу, а летом еще и в Сочи. Федеральный бюджет доплатит еще 70 миллионов, плюс регионы назначения тоже будут софинансировать эти перелеты. Экономика на 101 FM. Объемы ввода жилья сократятся на четверть. По итогам 2020 года власти рассчитывают, что будет сдано 430 тысяч квадратных метров жилья. А в следующем чуть более 300. При снижении объемов строительства растет популярность ипотеки. В этом году ее востребованность выросла на четверть. За 10 месяцев выдано почти 12 тысяч ипотечных кредитов на 74,5 миллиарда рублей. Сумма, выданная на жилье в новостройках, увеличилась даже в 1,5 раза и составила 6 миллиардов. Это результат программы льготной ипотеки, которую власти продлили до следующего года. В сентябре 2020-го среднеизвешенная процентная ставка в Кировской области по ипотечным кредитам составила 7,2% годовых. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 62 копейки. Официальный евро 91 рубль 31 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.